К ней всегда так долго готовимся, а она так быстро пролетает, говорят дети. Фестиваль проектов «Кванта-волна» прошел на одном дыхании. Экспертам ребята представили лучшие из лучших работы, за которыми стоит нелегкий труд. Мой проект – это дизайн IT-куба, который сейчас в Череповце строится. IT-куб – это сеть, вот как кванториум, тоже небольших технопарков. Вот такой уже есть в Волге, функционирует, он уже построен, в нем дети занимаются. И такой же строится в Череповце. Мы решили, как дети, потому что нам же и пользоваться этим, собственно, IT-кубом, мы решили представить, как мы видим его, чтобы нам было удобно пользоваться. В этом году акцент детский технопарк сделал на командной работе. Над многими проектами трудились одновременно несколько квантумов, а разработку системы по очистке сточных вод Северстали методом фиторемедиации можно назвать даже межквантарианской. Череповчанам помогали их юные коллеги из саратовского наноквантума. Мы работали вместе в команде. Изначально вообще это был биологический проект, в котором у нас было задание, цель как бы найти растения, которые будут подходить под нашу фауну и хорошо адаптироваться к нашей погоде, то есть к нашим холодам относительным и к редкому солнцу. Мы передали проект хай-тек-квантуму. Нашей частью проекта было создание плавающей станции, то есть чтобы можно было просто поместить водоросли в контейнер, и они держались на плаву. Эксперты компании «Северсталь», которые уже много лет являются кураторами технопарка, высоко оценили работу. Главное, что проект нацелен на практическое применение. Польза очевидна. Возможно, в будущем мальчишки станут ведущими специалистами в своей отрасли. Я был куратором многих ребят, и мы их долго очень ведем. Они начинают с маленького возраста, потом они растут, потом они идут в институт, и после этого мы их курируем, и у них есть проекты, и мы с ними не расстаемся, это тоже ценно. И пока еще они растут, но я надеюсь, что те уже первые квантарианцы, которые вырастут, придут к нам на работу. Спектр тем, которые исследовали ребята, очень обширный. Впечатлила жюри и программа для раннего выявления рака грудной железы. Наш проект определяет качество опухоли молочной железы. То есть рак молочной железы – это очень актуальная и большая проблема в нашем обществе. Он имеет большую вероятность летального исхода, и наша задача – создать программу, которая будет быстрой, а главное – качественно определять качество данной опухоли. Действительно, очень большая проблема, например, то, что на четвертой стадии там уже нет лечения, то есть это, ну, в большинстве случаев люди умирают, а с третьей стадии там после ремиссии около 20 лет только живет человек. В целом все проекты направлены на воплощение в жизнь. Они легко могут быть реализованы либо на территории города, либо на территории бизнес-партнеров кванториума. Это главный посыл работы с детьми, говорят педагоги. Есть польза и для самого технопарка. Старшие воспитанники совместно с преподавателями разработали методичку по программированию для начинающих кванторианцев. Мы знаем, как это сложно программировать, поэтому этот сборник, который разработали наставники и, соответственно, кванторианцы, которые более 4 лет уже здесь у нас учатся, это здорово, это классно. Следующая квантоволна накроет Череповец весной. Уже сейчас ребята начинают трудиться, дорабатывать свои старые проекты и изобретать что-то новое. Елена Кириллова, Александр Беспалов, новости.